Благословение Господне на вас, Бога благодати, человека любим, всегда ныне присно и во веки веков. Аминь. Христос воскресе из мертвых, смертью и смерть поправ. Везущего гробе живого даровал. Христос, истинный Бог наш, молитвами причистая Своей Матери, святых, славных и всехвальных апостолов, преподобных богоносцев этих наших, святого праведного Иова многострадального, его же память ныне совершается, святых праведный Бог Отец, Акима и всех святых, помилует и спасет нас, как облако человека любит. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Из мертвых смертью смерть поправ, Иисущего в гробе живот даровал. Христос воскресе! Из мертвых смертью смерть поправ, Иисущего в гробе живот даровал. Христос воскресе, из мертвых смерти смерть поправ, Иисущего в гробе живот даровал. Из беседы святителя Иоанна Златоуста. Сегодняшнее евангельское чтение было Евангелие от Иоанна, 5 глава, с 1 по 15 стих. Можете по пришествии домой еще раз прочитать это сегодняшнее евангельское чтение, чтобы более было, ну, внедряемо в сердце. О расслабленном называется. И неделя эта также называется о расслабленном. Та неделя была неделя жен мироносец, неделя о расслабленном, потом будет неделя о слепом. То есть читается, почему так называется, когда читается отрывок из Евангелия о том, что было в этом. Сегодня мы видели, как Господь исцелил человека расслабленного, то есть, ну, как бы сказать, парализованного. Может быть, не совсем, потому что он говорит, я когда прихожу, мне очень трудно шел. И тогда идешь где-то по улице, как-то недавно я был, шел по улице, видел, как идет молодой человек, ну, думаю, так, лет 20 небольшим ему, с каким трудом каждый шаг ему, он просто чувствует, он передвигается, все усилия прилагает, чтобы сделать этот шаг. Я иду свободному, я иду, и если где-то что-то в коленке, что-то, ох ты, как уже, а это он каждый день так ходит. Вот может быть такое что-то было. И вот 14 стих евангельского чтения сегодня говорит. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему, вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. 14 стих 5 главы. Тяжкое зло, зло грех, зло и пагуба для души, а слишком усиливаясь, это зло часто касается и тела. Мы остаемся бесчувственными, когда у нас сильно страждет душа. А когда тело получает хотя малое повреждение, то употребляем все усилия, чтобы излечить его от недуга, потому что чувствуем боль. Это говорит о том, что мы, когда душа болит, скорбит что-то и грешим, то не очень об этом заботимся. Ну ладно, Господи, прости меня. Вот. И дальше идем. А когда что-то заболело, то мы здесь и выискиваем врачей, и не только врачей, и бабок всяких ищем, где бы, чтобы только не болело. Мы остаемся бесчувственными, когда у нас сильно страждет душа, а когда тело получает хотя малое повреждение, мы употребляем все усилия, чтобы излечить его от недуга, потому что чувствуем боль. Поэтому Бог часто наказывает тело за грехи души, чтобы от наказания низшей части и высшее получило какое-нибудь врачевание. Так у коринфян Павел исправил блудника, удержав болезнь души казнью тела. Так и Христос поступил с расслабленным. Вот как он сам выражает это, когда говорит, вот ты выздоровел, не греши более, чтобы не случилось с тобой чего хуже. Чему же мы здесь отсюда научимся? Во-первых, что болезнь произошла у него от грехов. Во-вторых, что учение о гиене справедливо.
и в-третьих, что наказание в ней будет продолжительно, бесконечно. Где же те, которые говорят: «Я в один час совершил убийство, в краткое время любодействовал, и неужели буду наказываться вечно?» Вот и расслабленный не столько лет грешил, сколько терпел наказание, и почти целую жизнь человеческую провел в непрерывных мучениях. Грехи судятся не по времени, а по самому существу преступлений. При этом надобно принять во внимание и то, что хотя бы мы претерпевали тяжкое наказание за прежние свои грехи, но если снова впадем в те же пороки, то подвергнемся снова и еще тягчайшему наказанию. И это совершенно справедливо. И одно наказание само по себе достаточно должно быть для удержания и вразумления падшего однажды. Но если он, не вразумившись от нанесенного наказания, снова дерзает на то же самое, то по справедливости снова подвергается наказанию, которое сам на себя навлекает. Не нужно говорить, что это случай, ох, а за что меня Бог наказывает? Сразу, за что? Во, кто это сказал? Во, видишь, устами младенца глаголится истина. Ну, да, грехи. Не нужно, за что? А только, ну, Господи, почему ты так долго терпел меня? Благодарю тебя, что ты, Господи, долго меня терпел. Вот что. Молитва. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже. Благодарствуем молитву по святому причащению. Мы причащаем, когда младенцев, говорят, зачем младенцев, там еще, ну, несовершенных, причащаем или крестим. Это все совершается по вере приносимых. Поэтому за них нет ответственности. Приносимые, кто за них ручается. Поэтому, когда к причастию, также должны хотя бы краткое что-то, но готовить дети. Мы завтра будем причащаться. Давай помолимся, попросим у Господа благословения, то есть молитвы. Ну, не все правило, там, покаянный можно, канон-то и там нет. А, хотя несколько молитв к причащению обязательно помолиться, чтобы ребенок знал, что он готовится не просто так что-то, а готовится к принятию святых тайн Христовых. Поэтому и молитвы мы читаем, ребенок может нет, но это те, кто приносил их к этому. Для них. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже. Благодарю тебя, Господи, Боже мой, что ты не отверг меня грешника, но удостоил меня приобщиться святынь твоим. Благодарю тебя, что меня недостойного причаститься при чистой твоих и небесных дорог ты удостоил. Но владыка человеколюбец ради нас, умерший, воскресший, даровавший нам эти страшные же творящие твои таинства, благодеяние, освящение души и тел наших, сделай, чтобы они были не в исцелении души и тела, в отражении всякого врага, в просвещении чьей сердца моего, в мир душевных моих сил, веру твердую, любовь нелицемерную, в исполнении мудрости, в соблюдении заповедей твоих, умножения божественных, благодати твоего царства, приобретения, чтобы сохраняемый ими во священии твоем. Я всегда помнил милость твою, жил уже не для себя, но для тебя, нашего владыки, благодетеля, таким образом, уйдя здешней жизни, надежде на жизнь вечную. Достиг я места вечного покоя, где непрестанный глаз празднующий и бесконечное наслаждение взирающих на несказанную красоту лица твоего, ибо ты истинно цель стремление, неизъяснима радость любящих тебя, Христе Боже наш, и тебя воспевает все творение во веки. Аминь. Владыка Христе Боже, Царь веков и Создатель всего мира, благодарю тебя за все блага, которые ты дал мне за причащение пречистых и творящих твоих тайн. Молю же тебя, благой человек и любивый, сохрани меня под кровом твоим, в тени крыльев твоих, и дай мне чистую совесть до последнего моего вздоха. Достойно причащается святынь твоих, прощения грехов и жизнь вечную, ибо ты хлеб жизни, источник освящения, податель благ. И тебе славу высылаем с Отцом и Святым Духом, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Дашь я пищу мне плоть твою добровольно, ты огонь, сожигающий недостойных, не сожги же меня, Создатель мой. Пройди лучшим члены тела моего, все суставы во внутренности, в сердце сожги терни всех моих согрешений. Душу очисти, освети мысли, колени утверди с костями вместе, просвети пять главных чувств. Всего меня пригвозди страхом пред тобою, всегда защищай, храняй, береги меня от всякого вредного для души дела и слова, очищай, омывай, устрояй меня. Украшай, вразумляй, просвещай меня, яви меня твоей обителю, единого духа и уже не обителю греха.
чтобы бежали от меня по принятии причастия всякий злодей, всякая страсть, как от дома твоего, как от огня. Ходатаями за себя тебе представляю всех святых начальников, воинств бесплотных, притечи твоего мудрых апостолов и сверхней твою непорочную чистую матери. Прими их молитвы милосердный Христос мой, сыном света содела твоего служителя, ибо ты единый благое освящение, также сияние душ наших. И тебе, как подобает Богу и Владыке, всем и славу высылаем каждый день, тело твое святое, Господи Иисусе Христе, Боже наш. Да будет же мне в жизнь вечной, кровь твоя драгоценная, прощение грехов, да будет же мне это благодарение, в радость, здравие, веселье. Страшное же второе пришествие твое, сподоби меня грешника стать справа от славы твоей, по ходатайствам всечистой твоей матери всех твоих святых. Аминь. Пресвятая Владычица Богородица, свет помраченной моей души, надежда, покров, прибежище, утешение, радость моя. Благодарю тебя, что ты сподобила меня недостойного стать причастником пречистого тела и драгоценной крови Сына Твоего. Но родивший истинный свет, просвети духовное очи сердце мне, Его источник бессмертия, родивший, живи меня умершленного грехом. Милостью Бога, любящей милосердие, Матерь, помилуй меня и дай мне умиление сокрушение сердца мое, измерение мыслей моих и призваний к помыслам добрым, когда пленен бывает разум мою, достой меня до последнего моего вздоха. Не рассуждение принимает святыню, пречистый тайн, снова исцеление души и тела, и подай мне слезы покаяния и благодарения, чтобы мне воспевать и прославлять тебя во всей жизни моей, ибо ты благословенна и прославлена во веки. Аминь. Ныне отпущаешь и раба твоего, Владыку, по глаголу твоему с миром, яко видишь того, чем есть спасение твое, ежеюсь и готов пред лицем всех людей. Свет на откровение языков и славу людей твоих, Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыку, прости беззаконие наше, святые, посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам дни сего, остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Устоит, яко же светлость огня, воссиявший благодать вселенную просвети. Не сребролюбие мира, ви сокровище с низка высоту нам смиренно мудрее показав, но твоими слови сына казуя, очи я не златоустие. Молись, слово Христа Бога, спасися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу от небес, приял уси божественным благодать. И твоими с нами ся учишь и поклоняйтесь, Троице единому Богу, я не златоустие, все блажения преподобнее. Достойно хвалим тебя, и сиба наставника, яко божественный, являя и ныне присно во веки веков. Аминь. Предстательство христиан, не постыдное ходатайство ко Творцу не приложено, не презри грешных молений гласы, но при дворе яко благая помощность верно зовущих ти ускори на молитву и почти на моление, предстательствующее присно Богородицы, чтущих тебя. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без заселения Бога Слова Родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Именем Господним благослови, Отче. Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Христос воскресе! Воистину воскресе! Иди к бабе Наде. За руку возьми ее.